Немного солнца. Традиционный летний вернисаж открылся в Иванове. В доме художника царит по-настоящему теплая атмосфера, и неспроста. Концентрация летнего искусства на квадратный метр здесь просто зашкаливает. В экспозиции в этот раз более сотни ярких работ кисти 50 разных художников. Все картины выставлены впервые. Это новые свежие этюды, еще пахнувшие краской, как говорится. Натюрморты, пейзажи. Ну, люди пишут, все же, вот у нас же участвуют и художники из Шуи, Плеса, Лежнева, Фурманова. А там красивые места близлежащие, поэтому художники используют лето для написания, выезда на пленэр. И поэтому здесь, наверное, процентов на 70 эти вот новые пленэрные вещи. За счет стилевого и жанрового разнообразия выставка получилась насыщенной и интересной. Здесь можно увидеть пейзажи, натюрморты и архитектурные зарисовки в самых разных исполнениях – от акварели до графики. Организаторы выставки надеются, что картины найдут не только благодарного зрителя, но и щедрого покупателя. Экспозиция имеет статус выставки-продажи. Эта книга – это очень хороший подарок, но, говорят, картины – это еще лучший подарок. Поэтому надеемся, что придут к нам и с той целью, потому что многие из этих работ, ну, практически все, многие из этих работ можно будет приобрести. И причем, если работа будет приобретена на этом месте, тут же появится другая, то есть экспозиция не пострадает. Помимо этого, летний вернисаж – отличная стартовая площадка для молодых художников. Людмила Большагина как раз из таких, но уже известна среди ивановских художников своей удивительной способностью изображать звуки. Ее графическая работа в ритме города привлекает зрителей четкостью линий и приглушенностью цветов. Это у меня серия называется «Мелодии города». И вдохновлена была архитектурой городской, состоянием природы весенней на данный момент. В это лето я тоже успела съездить на пленэр в Плёс, написать 6 этюдов. И еще у меня 4 хорошие задумки для картин. Всем уставшим от дождей и городской суеты летний вернисаж готов подарить немного солнца и тепла. Выставку можно посетить до конца августа. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.